Всем привет, друзья! И продолжаем играть на карте Молокова. Это моя лада. Одна из моих лад. Как помните, я здесь коллекционирую эти машины. И сейчас мы отправляемся в поле. Посмотрим, где-то наш там Михалыч работает. Решил я заняться свиньями в этой серии, докупить их, накормить, чтобы всего у них было в избытке. Так. Здесь еще скоро мы будем... На нашем поле. А вот комбайн стоит. Там где-то работает Михалыч. Наверное, ремонтирует его. Что, подъедем, посмотрим, да? Машину оставляем вот здесь. Садимся в ЗИЛ. Посмотрим, уже там полный бункер. Так. Ну да, бункер переполнен. Так, ячмень. Свиньи. Так, он ячмень у нас есть, да? Так что нам ячмень не нужен. Все, сейчас Михалычу расскажем, как работать. И мы продолжаем нашу рубрику. Советы, что купить, какую технику прикупить. Вот мне пишет Дифест, купи Т-150 с дискатором, пожалуйста. Хорошо, думаю, прикуплю сегодня Т-150. Скачал я его и нашел. Ну что, этот прицеп мы завезем на продажу. То есть это не прицеп, это считается кузов. Прицеп — это когда подцепливать. Ну, прицепное устройство. А здесь в кузове груз у нас. Так, ну ладно. Едем мы на место. Доставки. Как раз продадим зерно. И думаю, купим ли Т-150. И потом купим свиней. А Михалыч наш пока убирает, пускай зерно, правильно? Вот, место разгрузки. Разгрузились. И сейчас отправимся в поле. Там у нас есть погрузчик такой на базе МТЗ. Загрузим этот ЗИЛ соломой. Пускай отвезем нашим свиньям, подстелим их, чтобы им было комфортно. Пишите комментарии, кто был в ЗИЛе куда-нибудь. В ЗИЛу, правильно, наверное, сказать. ЗИЛ 100... Ой, это ЗИЛ 130 или ЗИЛ... 554. Ну, вообще, пишите, кто когда-нибудь находился в нем. Так, вот подъезжаем мы. И видим впереди наш трактор. Вон здесь текут тюки. Оставили мы его здесь. Вот, садимся. 849, да? Сейчас загрузим. Так. Пару тонн загрузим, чтобы не ездить много раз. Так, нужно найти, может, есть место для продажи соломы и тоже заработать на этом деньги. Так. Все. Подъедем поближе, посмотрим, сколько там полуприцепов хоть есть.
пол кузова, правильно. Но маловато еще. Еще один ковш наберем. И будет, думаю, более-менее достаточно. Так. Все. Сколько у нас? 3 тонны? 397. Отправляемся в нашу свиноферму. Что там Михалыч доубирал? Ну да, доубирал. Поле убрано. Можно будет дисковать. Сейчас обратите внимание, или есть где продажа соломы. Если есть, то, конечно, нужно задуматься о том, чтобы тоже продать ее. Зачем терять деньги? Правильно. Деньги нам нужны. Так. Коров потом прикупим. Так, где-то здесь солома. Солома за фермой выгрузка. Сюда. Вот здесь вот. Смотрим. Угу. Все, сразу производительность выросла. 39%. Угу. Надо, получается, вот здесь вот разгрузиться. По сути, нам нужен пустой кузов. Михалыча мы разгрузим, да и так. Так, наша еще одна лада. Ну ладно. Пускай стоит здесь. А мы отправляемся к Михалычу. Выгрузим его и задумываемся о покупке Т-150. Сюда. По кустам немного проедемся, но ничего. Так, давайте смотреть. Солома у нас продается где-нибудь? Солома. Животноводческий комплекс. А где этот комплекс у нас? Неправильно сделали. Вот так помечаем. Угу. Так, где этот комплекс? А, это там, где покупка и продажа животных. Так что пумпарам надо подумать, конечно. Ладно, будем тюковать тогда. Одно поле стюкуем, а это сразу же скультивируем. И будем готовить к посевам. Все, сейчас. Михалыч уже бросил комбайн, ушел, убрал. Все, мы здесь все сами доделаем. Смотрим, что у нас есть, какая техника. Угу. Понятно. Все, отправляемся в мехдвор. Оставим там наш комбайн. Пускай стоит на месте. О! Так, а это что здесь за такое? Или это... Подождите, мне кажется, это заезд к нам же. Попробую открыть ворота. Ага, ворота открылись. Сейчас пробуем заехать. Заезжаем.
Ну да, это получается наш мехдвор. Так, где-то надо ставить комбайн. Ставим вот здесь вот. Все. Припарковались. И смотрим. Это не то. Вот, Т-150. Как и было написано в комментарии, там буквочки К не было. Поэтому Т-150 это вот такой. Вот, на гусеницах. Какой можно в красном цвете. Или в таком вот зеленом. Ну, мы возьмем зеленый, это предпочтительный цвет. Мне кажется, самый массовый он в таком и выпускался. Панель, капот. Ну да, сделаем открытый капот. Противовес, где у нас впереди. Не, противовес нам не нужен. Так. Выбор навески. Что это навеска? Навеска. А, это впереди для лопаты, типа, да? Освещение дополнительное. Тоже нам не надо. Кондиционер. Давайте возьмем с кондиционером. Пускай будет. Так, на случай, когда летом жарко, пускай будет нам прохладно. Угу. Рассчитал все. А денежек-то нету столько, сколько нужно. Как всегда, идем мы за кредитом. Ну и мы выбрали только кондиционер, как я помню, установили. И все. Купить. Покупаем. Культиватор ищем. Так, а сколько у нас там? Какой мощности трактор? Мощность лошадиных 132, 182 лошадиные силы. Ну, в общем-то, тягач такой нормальный. 132, это вот надо. Нам штуку. Так. Опять не хватает денег. А если мы поменьше возьмем? Не, поменьше не интересно, надо побольше. Чтобы не ездить по одному месту. Берем сильно белый. Ну вот так, не такой темный цвет. Что-то возьмем поярче. К зеленому. Что подходит к зеленому? Желтый, может. Ну, давайте возьмем желтый. Сейчас отправимся на ЖЗИЛ. Отвезем урожай. И заберем наш трактор. Где-то он здесь стоит. Подпрыгнем повыше. Вот, вот наша лада. Какую бы ладу еще прикупить? Надо как-то обновить наше авто. Едем. Так. Сколько у нас? 44%. Ну да, давай утопи еще машину. И будет вообще все чудесно. Так, где-то у нас поворот здесь, да? Да, вот здесь поворот. Ну что, может, потом на Т-150 посадим нашего Михалыча, как всегда. Да, у нас выгрузка. Угу.
точка продажи. ПЛЦ Молокова. Что такое ПЛЦ? Все правильно заметил буквы. Как-то странная какая-то надпись. ПЛЦ. Ну вот мы видим. Такой у нас красавец харьковский. Правильно, харьковский тракторный завод его выпускал, да? Вот здесь, кстати, надпись была на заводик. Ну, как бы она должна быть. Вот, кстати, такая есть, да. Угу. Звук мне нравится. Хороший звук, кстати. Что за рычажки такие над рулем? Ну, как бы я на гусеничных тракторах не ездил. Все, тащим. Культиватор. км/ч. Ничего, такая достойная скорость. Круговое движение. И скоро будем на месте, да? Теплицы видите у кого-то. Ну ничего, так хорошо идет на гусеничном ходу. А, движение хорошее, плавное. И скорость достойная. Хороший танк, так скажем. Что здесь? Стеклоочистители, рычажки какие-то, подъемники. Скоро будем на месте. Водоем какой-то. Можно, если трактор потом надоест, топить его прямо здесь. Это шутка такая. Лучше продадим. Нужно беречь природу. Тин-тирин-тирин-тирин. Так, сейчас развернем наш КПМ, это вроде бы КРМ, культиватор, короче. Разворачиваем. И заезжаем. Что, отправляем нашего Михалыча. Пускай он займется полем, да? Все. А мы смотрим. Все, Михалыч вернулся к работе. Мы садимся в ладу. И поедем, скрутим пару тюков. Надеюсь, успеем. До дождей брать эту солому. Как известно, после дождя солому нужно пересушивать. Или просто припахивать и все. Так, вот наш МТЗшник. Подцепим сейчас. Все, погнали. Скрутим один тюк. Уже не так уж много осталось солома.